какой спектакль вы сейчас ходили? А, мы ходили на спектакль. Много шума из ничего. Много шума из ничего. Скажите, что вам понравилось, что не понравилось? А, мне понравилось то, что он адаптирован под современность. Угу. Есть над чем задуматься, есть над чем посмеяться. Могли бы вы порекомендовать другим зрителям сходить на этот спектакль? Да, конечно, обязательно. Сейчас вернусь завтра на работу и обязательно советую своим коллегам сходить. А на каких местах вы сидели, как вам было видно? Мы сидели на парте, третий ряд. Это было не совсем удобно, первое, второе место. Как бы, да, но было очень хорошо видно.